мы с вами, друзья, пересекли хайвей 101. Он у нас остался, номер 101, он остался за спиной. И только-только пересекли, буквально там метров 150-200 осталось. И тот домик, который мы едем посмотреть, он находится вот за забором, тут слева. Я не знаю, наверное, вам не очень видно, но тут слева такой шумопоглощающий забор. Вот такой же, как справа, кстати. Вот, может быть, вам тут все справа лучше видно. Точно такой же стоит слева, а за ним уже жилье. И вы справа тоже видите жилье, правда? Очень вот, близко к забору. Очень близко к забору. Света, это эклер, да, дизайн? Да. Значит, эклеровские дома, это если кому-то интересно, могут отдельно там где-нибудь в Википедии почитать. Но мы на эту тему говорили не раз, когда показывали раньше эклеровские дома. Я понимаю, что у нас новые зрители есть. Но это некоторая такая застройка, которая была популярна в 50-е, начале 60-х годов. Очень массовая застройка, да, дешевые дома. Не безумно массовая. На всю Бэй-Эрию домов 600 таких. Нет, она, это Северная и Южная Калифорния, массовая застройка, да. Потому что это были очень дешевые дома, они стояли без... что ж ты сделал? Как что? Ну ты неправильно сделал. Ой, я неправильно заехал, да. Что-то мы не то сделали. Да. Ну ничего, значит... Ну прямо хотя бы езжай, а ты на фривей уедешь сейчас совсем. Да. You have arrived at your destination. The route guidance is now finished. Так что, значит, вот смотри, мы на самом деле не так плохо приехали. Надо сказать, что здесь людей нет. Да. Значит, давай, Свет, параметры этого дома. Огласи. Три спальни, два полных бассрума. Так. 1000 скверфутов, то есть совсем крошка. Угу. А участок 5775. Ничего. 57-й год построен, эклеровский дом. И хотят они? 700 тысяч. То есть, видно, сложно продать вещь. Вот так выглядят окрестности здесь. Тут по-своему мило. Но единственное, что, конечно, близко хайвей и аэропорт относительно недалеко. Может быть, вы слышите, самолет шумит. Там летит, едет. Так вот, домик. Вот это та стена, мимо которой мы проезжали по дороге, пересекая хайвей. Это даже не сам хайвей, это просто улица, которая оттуда идет. Вот тут лот. Я бы сказал, что даже просторный. Просто тут ничего нет совсем, кроме вот травки, которой все это заросло сорнячком. Вот тут довольно широко. Я в том смысле, что можно есть куда расстраиваться. Так. Пошли тут посмотрим. И тут есть. О, как, смотри-ка. Сейчас мы тенечек от забора заберемся. Вот. И мы знакомы с агентом. Вот. И так спросили, почему так дешево предлагается. Он говорит, ну вот, потому что хайвей, потому что в таком состоянии, потому что, так сказать, neighborhood, да, вот сосед, соседи. Вот. И вы видите, что вот крыша соседнего дома, вот она прямо тут же у забора, вот так близёхонько. И это на самом деле не эйклер, который построен эйклером, а это некоторая такая подделка. Он чисто так, как бы типа эйклер, но не настоящий эйклер с точки зрения того, кто его строил. Гаражик на одну машинку. Вот. Все в таком действительно очень запущенном состоянии. Так, это вот, как вы, может быть, уже знаете, хитер. Так, это оригинальная кухня 50-х. Вот, ну, конечно, и просто ничего не делалось за это время, может, она получше была. Но вот так раньше строили. Вот так раньше строили. Тут домик пустой, ничего нету, все вынесено. Только пол и стенки. И ничего такого больше нет. Вот мы видим, значит, помещение, бедрум, небольшой такой бедрум, вот он, ну, можно зайти, я бы так сказал, детский бедрум, там шкаф, а вот над шкафом есть какой-то такой потолок интересный, коридор, туалетик. Свет зажечь может. А,
Видишь? Окей. Так, так, так. Это что у нас? Это еще бедрум. Тоже бедрум. Вот, как раз окнами, да? Так сказать, вот на эту стенку шикарно. Ну и, соответственно, тоже здесь шкафчик. Что мне нравится в шкафчике, его можно убрать. Да. Но тогда не будет шкафчика. Так. И еще бедрум. Так. Тоже на ту же стенку. И тут уже этот мастер-бедрум получается. Потому что у него душик. И туалетик. Окей. Ну что, тут старый дом, так. И локейшн такой не самое и за хайвей хорошее. Ну, конечно. То есть... Просто он сегодня не продается, он потом в более худшие времена еще больше будет не продаваться. Ну да. То есть с него нет смысла не вкладывать денег, ничего с ним делать. То есть, в общем, все разлетается, он уже третью неделю стоит и не выходит. Ну да, да. Так, то есть это как плохо. Объект вложения денег, это не нет, то? Нет, он построен плохо, он, тут нужно фактически его нужно заново строить. Угу. Тут даже нету стенок, которые можно как бы использовать, чтобы что-то построить. Но нет смысла в него вкладывать денег никаких. Понятно, пошли дальше. Выброшено.